На несколько минут участок на одной из полос движения транспорта по улице Окружной оградили специалисты в ярких желтых жилетках. Это не представители дорожной службы, а общественные инспекторы. Эксперты Общероссийского народного фронта проверяют на дороге качество разметки. Для этого нужен специальный прибор под названием ретрорефлектометр. С помощью него измеряют коэффициенты цветовозвращения и светоотражения. Проще говоря, ночную и дневную видимость разметки. Вот только что я произвел замер. Верхний показатель по нормативу для этой дороги должен быть 150. Мы видим 150. Второй норматив 98, а должен быть 130. Эти цифры, они говорят примерно о следующем, что ночная видимость, коэффициент световозвращения, соответствует нормативным параметрам. А вот яркость разметки, то есть самой краски без учета шариков, вот она немножко не дотягивает. Либо нанесена тонким слоем. А это уже улица Кижеватова. Дорожная разметка здесь практически отсутствует. Этот участок инспекторы ОНФ выбрали не случайно. Он нанесен на карту убитых дорог Пензы. Местные жители жалуются не только на состояние разметки, но и на ямы, а также на плохую освещенность проезжей части в темное время суток. Освещение на пешеходных переходах, тем более на таких, оно должно быть в полтора раза ярче, чем основное освещение проезжей части. А здесь этого мы пока не видим, но надеемся, что когда дорога эта будет отремонтирована в рамках нацпроекта, пешеходный переход будет обустроен по всем требованиям ГОСТ. В свой рейд общественники пригласили и представителей городского департамента ЖКХ. По словам специалистов, дорогу на Кижеватова отремонтируют уже в этом году по программе «Безопасные и качественные дороги». В рамках БКД мы будем менять конструктив пешеходных переходов, делать подходы к пешеходным переходам, делать их более безопасными. В случае того, что нет разметки, отсутствует разметка на улице, значит она в рамках ремонта безопасным качеством дороги. Некачественная дорожная разметка и плохая освещенность – основные проблемы практически во всех городах России, которые объехали эксперты проекта «Дорожная инспекция ОНФ». Свои рейды по регионам страны активисты начали полтора месяца назад. За это время они проверили сотни дорог почти в 30 городах. По результатам каждой нашей инспекции мы направляем запросы в администрацию с целью, чтобы обнаруженные проблемы были исправлены. Мы составляем общероссийский рейтинг автомобильных дорог. Ну и главная задача – это мы говорим о том, что проект на самом деле «Карта убитых дорог» работает, и чтобы граждане подключались к проекту, потому что все-таки дороги, за которые они голосуют, они так или иначе попадают в планы ремонта. Эксперты объехали несколько улиц Пензы. В целом, качеством городских дорог гости остались довольны. Теперь представители ОНФ отправятся в Саратов. Всероссийский рейд по дорогам планируют завершить к октябрю. Анжелика Пальцева, Александр Абубекеров, телеканал «Экспресс».